17 сентября в Одинцовском округе из Ильинского в Усово прошел 12-й Елисаветинский крестный ход. Его организовало Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество. Очень важно, что в России, пережившей такой сложный 20 век, сохраняются подобные традиции. Поблагодарил организаторов глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов. По традиции, крестный ход завершился благотворительной акцией «Белый цветок». В этом году собранные средства пойдут на помощь семьям участников специальной военной операции.